Всем привет! У нас сегодня воскресенье, и сегодня мы собираемся поехать в Homestead. Это находится в Майами, и там у них находятся всякие фермы, где продаются свежие фрукты и овощи. И все выращивается прямо там. Посмотрим, что мы сегодня найдем. В кубинском ресторанчике или что-то. No, you're it's inside. Находится это в Майами, Homestead. И здесь такие маленькие магазинчики по дороге. И мы сейчас будем каждый останавливаться и смотреть что-то из свежих фруктов и овощей. Страшные зеленые бананы. Так, что здесь у меня? Фрукты какие-то. Помидоры. Ананасы. Авокадо. Куава. Это размерчик, конечно же. Так, что там здесь? Папайя, манго. Это все наши местные фрукты. Все это растет здесь. Так, мы приехали на следующую фарму. Здесь и фарма, и покушать можно. Сейчас посмотрим, что здесь внутри. Гуанабана. А, сок. Вот это все местные наши фрукты. Между этими фармами проезжали как раз эти деревья. Mango, why are you so ugly? Avocado. Мамей, вот здесь продаются всякие цветы, растения. И здесь сзади какое-то кафе или еще что-то, посмотрим. Здесь там какие-то курочки есть, лошади. Такие места для отдыха. Кафе. Курочки. Этот белый стоит чешет, а другой стоит. А вот здесь у них сзади все эти деревья стоят в горшочках, их можно все купить. Потом они их все пересаживают, а там уже с той стороны все деревья крупные. Она вот падает.
авокадо. Всякие разные разновидности. Другой авокадо. Другой авокадо. То ли авокадо, то ли груша, то ли пойми что. Вот страшный монстр фрукт. Непонятно, что такое, ни разу не пробовал, не хочу, он меня пугает. Последняя ферма, и мы уезжаем домой. Кокосы наши местные. Какие-то растения непонятные. А вот вам Маша, рыбешка, тилапия или я не знаю кто это. В общем, которые есть не рекомендуется, особенно тилапия, потому что вредна она. А вот это прямо здесь дерево, это деревья авокадо здесь растут. Вам не видно будет плотно, я их вижу там вдалеке. Я боюсь подходить к этим рыбам, потому что там сзади собака какая-то ходила. Нифига себе, какая селёдка, вон там внизу большая. Зачем, мне интересно, здесь рыб разводят? Очень странно. Да, это тилапия. Вот мы и приехали. Привезли полные мешки разных фруктов, овощей. Я набрала себе свежие помидорки, капусту, лук красный, перец красный, взяли манго. Что же мы еще взяли? Авокадо взяли, конечно же. Ну, вы сами все видели, что у нас здесь растет. И что было вкусно и полезно, то мы и взяли. Вот так вот. Вот такой вот день мы сегодня провели в воскресенье. Всем пока!